Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть Long Racer Mobile. Сегодня у нас прошла обновочка. Добавили нам новые испытания на карте. Сегодня первое из них — Братское Безумие. Награда 30 кристаллов и 10 вот как раз монеточек, странное золото, которые можно получать в ежедневных заданиях в тайном измерении, во всех абсолютно ваниках, богинях и во всем остальном. И причем можно сколько ходишь, столько и выпадает, насколько я понял. Может, конечно, не каждый раз будет выпадать, но с периодичностью точно выпадать будет. Ну а сейчас попробуем, что у нас за миссия. Сегодня среда, день, когда нас с Нимом опять будут бить. Среда, четверг, сегодня врешь. Бро, но мои бока еще с того раза болят. Ничего не поделаешь, работа есть работа. Если мы будем усердно трудиться, то, возможно, в один прекрасный день мы получим повышение и станем боссами древнего зова. Тогда мы сами будем бить игроков. Эти ужасные искатели приключений. Почему богиня им помогает? Из-за того, что она каждый раз дает этим бандитам свое благословение. У нас не остается ни единого шанса их победить. Нас, братьев Оники, шестеро, но нас поодиночке избивает каждый день. Это несправедливо. Да, только когда мы собираемся вместе, наши мышцы сияют по-настоящему. Ой, а что сделаю? Да, что ты здесь делаешь? Почему увеличилось количество наших солдат? Неужели всемогущий святой протеин наконец услышал наши молитвы? Сольем силу наших бицепсов воедино. Пум-пум-пум-пум. Сокрушим врага. Жадные искатели приключений, сегодня мы покажем вам силу уз братьев Аники. Серьезно? Надо за Аников победить героев? Круто. Такого я еще не видывал. Это не есть хорошо. Ну, начинаем о чем. На этот раз я точно получу СССР материал. Сегодня же выпадают материалы для убийц, верно? Что? Почему никто из вас не получил благословение? Я что, перепутал локацию? Вот святой протеин. Зачем мне демон? А что делает протеин? На каждом ходу после совершения действия он получает 5% повышения всех статов вплоть до 50. А скиллы? Пассивка. При нанесении урона врагам с 5% шансом деактивирует навыки и накладывает запрет исцеления. Ого.
Серьезный типок. Это подвергает за ближние атаки с 30% шансом. Ага. Снижает физуру. Здесь толкушка. Здесь атакушка через стражи. А, типа, да. Так удобно можно вынести какого-нибудь Мэтью. Там Бэрому, да? Удар. Угу, отлично. Массовая атака. О, некое, значит. Взрыв матча есть. Короче. Будет весело. Ну, в общем, все, в принципе, точно так же, как и против когда они как бьешься, да? Ва, супер. Всегда хотел повоевать за Аников. Постою-ка я пока что. Посмотрим, что будет делать враг. Даже так. А чё так можно было, что ли? И я начал. Ух, жахнем взрывчиком. Оу, oh, yeah. Давно хотел это сделать. Оу, oh, yeah. Я же говорил, что без благословения эту локацию не пройти. Буга-гагашечки. Что за... Почему здесь два Аники одновременно? Здесь явно какой-то баг. Да-да.
А мы боговые такие. Купил. Ух, чётки отхил. А у меня что, недостаточный уровень для этой локации? По всей видимости, да. Включает автобой. Серьезно? Ах ты. Продвинутые игроки. Раз и здесь должно быть два Аники. Обычно же был один. Да какая разница? У меня же есть благословение. Включает автобой. Два Аники. Я такое в игре вижу впервые. Должно быть, программеры чего-то напортачили. Но будем надеяться на компенсацию от разрабов в виде пары молотков. Ха-ха. Бру, это наши настоящие противники. Чё, серьезно? А чё не предупредили сразу-то? Что придут страшные дядьки, тетки. Ну ладно. Главное в них мачо. Мачо бласта запустить. А сколько мачо бласта еще? Откатываться. Два хода. Вай-вай-вай. Так, а что по ходам? 3 из 15 нормально. Так, далеко пока не уходим. Надо скооперироваться. Так, у нас, значит, леден танк. Ох, ничего себе. А чё, оно так умело, да? Ладно. Окей. Угу. 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 А, повторное действие сделал. Я не заметил просто. Так, у нас... Отходим маленько еще. Не будем мы подставляться под удар. Я так думать.
Опа, ловил, братан. Чё за отхил? А, все статы, да, и после удара, да, да, все, я понял, да. Типа они уже раз проходили этот уровень. Я понял. Значит, сейчас будем толпой по одному лупасить. Бум. Вот это вынесло. Заставка не появилась. Он был в шоке. Четко. Так, взрыв мочамбусом, погнали, бах, давай, подходи, братан. Я не гордый, я подожду. Да, светом по свету было. Глупо. Усиляемся. Эй, даже 5-5 молотками вам свой косяк не загладить. Тут как минимум купон нужен. Ди-ди-ди.
Слишком переоценил их силы. Что? Меня убили? Но у меня же был баф. Баф-баф. Баф-баф. Мы сделали это. Гляди, даже несмотря на то, что у них было благословение, мы все равно их победили. Смотри, наши мускулы сияют. Их сияние становится все ярче. Слава всемогущему протеину. Ну, протеинчики. Ну, посмешили. Ну, в общем, таким вот макаром и набираются эти монеточки. Что ж, надеюсь, это видео было интересным и полезным. На с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.